Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимости Турции, Paradise Alanya. Сегодня хочу вам показать хороший вариант 3 плюс 1 прямолинейной квартиры в одном из лучших комплексов в Алании. Эта квартира подходит под гражданство. 400 тысяч долларов, можно указать экспертную оценку. Цена другая. Есть зеленая территория, 6 бассейнов, беседки, боулинг, крытый бассейн, спа-центр. Айдат годовой 900 евро. Всю территорию обойти не могу. 22 блоков. Видите, да, сколько много здесь зданий. До моря максимум 1800 метров до воды. Большой балкон, первый. 185 брутто в этой квартире, или 190, сказали мне, но я посмотрел так на глаз, где-то 150 жилая площадь полезная. Проект был сдан в 2008 году. Большая кухня, арчелик, бытовая техника, островок, кондиционер тоже арчелик. Эта сторона восточная, также южная. Ну, три стороны смотрит. Есть охрана, видеонаблюдение. Фишка у этой квартиры — огромная прихожая. А я такое редко вижу. Реально большие квадратные метры у этой квартиры. Спальня где-то 20, минимум 23-22 квадратных метра. Сторона южная, там море. Здесь в комплексе есть маркет, ресторан. Напротив дороги есть Мигрос и тому подобное, большие маркеты. До моря я вам сказал уже, забыл, да, сказал. Есть сушилка, стиральная машинка, кладовочка у нас отдельная. Тут встроенный шкаф. Второй этаж. Это вторая спальня. Ремонт не требуется, нормальная. Все ухожено, что-то может поменять. Теплые полы в санузлах. Первый санузел. Ищу под гражданство именно для своего друга квартиру на данный момент. Один из тех квартир, которые мне понравились. Прямая 3 плюс 1 – это редкий запрос. Редко можно найти. Своя гардеробная отдельно, как вы видите. Еще один санузел. Есть форточка. Спальня тоже большая и еще один балкончик. Айдат 900 евро в год. Есть центральная система в квартире. Можно куда-то даже радиатор установить. Да. Кондиционеры сюда выведены. Можно застеклить, можно так оставить. Прямо тут где-то был бассейн, где был бассейн. Вот здесь прямо есть бассейн перед этим зданием, можете оттуда выйти. И внизу очень много бассейнов, теннисный корт, баскетбольная площадка. Огромная территория, немножко есть подъем вниз. Но здесь охрана рядом, расстояние к выходу не такая уж большая. Вот там еще один бассейн есть. Отсюда видно, да? Вот, выходит к тому бассейну. Я сейчас немножко территорию вам покажу. А тут прямо около квартиры мандарины или апельсины. Парковочное место прямо у здания. Сразу поднимать квартиру и все хорошо. Один из хороших вариантов на данный момент, который подходит под гражданство, дорогие зрители. Я себе купил бы эту квартиру, заранее говорю. Потому что знаю планировки в зданиях, в многих проектах. Показываю территорию. Да, вот установлен радиатор, уже есть. Во всех комнатах есть. Я что-то не знаю, вот здесь тоже есть.
Телевизор маленький, нужно установить большой. Вот. Так. Под квартирой есть еще одна квартира, так что квартира не на земле. Три квартиры на этаже. Тут лесенки. Шесть. Так, выходим. Тут пандус и парковочное место зашли. Я машину наверху установил. Вот прямо здесь бассейн маленький. Там внизу большой бассейн с горками, аквапарк там. Сейчас силы осталось, спущусь вниз. Устал, сегодня много работы. А там выход. Огромная территория. А даже гольф есть, мини-гольф можно играть. Открытый бассейн там был, что ли, не помню уже. Беседки, боулинг, пилатес. Здесь боулинг, туда показывает. Wellness-центр, митинг-рум, беседки, как видите, вот маркет. Парикмахерская есть. Здесь что? А вот там боулинг. Тут боулинг, ресторанчик. А вот большой бассейн. Давайте с высоты как раз покажу вам. Мне надо было с той стороны спуститься вниз. Вот огромный бассейн. Подо мной открытый бассейн. Там барная стойка, там тоже можно купить соки, напитки, что-нибудь. Чипсы, мипсы всякие. Внизу есть бассейн с горками. Тут горок нету наверху. Интернациональный комплекс. Как вы видите, самый большой комплекс. Состоит из 22 блоков. Ресторанчик. Вот. Работает, вроде там есть люди. И вот там еще ресторанчик внизу. Вот. Показать бы вам крытый бассейн. Давайте крытый бассейн покажу. В этом комплексе у меня есть также под ВНЖ квартиры. Также есть без ВНЖ. Кроме вот этой квартиры, еще могу показать. Есть дуплексы двухуровневые. Есть 2 плюс 1. Сейчас посмотрим здесь. Вот крытый бассейн. Тут тоже ресторанчик какой-то. Да, кофе, мофе. Да, чем может, работает вроде. Там посмотрим сауна. Хамам, кажется, по каким-то дням работает. Не помню. Фитнес есть большой. Там люди спортом занимаются. Не буду беспокоить их. Вот там спортзал. Закрывать в 10 часов. Здесь хамам, но, кажется, закрыто. Ну, свет горит там. С той стороны, наверное, я не оттуда зашел. Так, проверим. А спа-центр сдан в аренду. Здесь массаж, все есть, но люди, не буду снимать. Сауна работает. Турецкий хамам вот здесь. Массажные комнаты. Фики-пики, короче. Так, цена этой квартиры 325 тысяч евро.
Экспертная оценка выходит 400 тысяч долларов. Остальные детали обсудим на месте. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Я сам только что на море искупался, пришел ролик снял. Вот так. Утром купаемся, вечером купаемся. Днем тоже можно найти время в обед прыгнуть в воду 5 минут, искупаться, выкинуть весь стресс и работать дальше. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Звоним, кого интересует покупка также машины. Я буду помогать в оформлении всех процессов покупки машины. С любой точки Турции можем привезти, проверить машину на все вот и палатки, там подо экспертную оценку машины. Все, что надо, привезем в Алания, обращайтесь. С вами был Агаси, Солнечной Алании, район Оба. И, ну, Оба считать, верхняя Оба. Всем пока-пока.